Я спал. Я просто было так, что я просыпаюсь, выхожу на кухню, и мама говорит, война началась. Ну, я сначала не понял, думал, ну, может, розыгрыш какой-то там или что. И включаю телевизор, там по инфраструктуре, там по инфраструктуре. Мама с папой меня утром посадили на автобус. Но они просто уже поняли, что вот если я уеду, я не пропаду. Они вот меня уже, ну, как ребенка уже знают своего. Посадили, ну, конечно, дорога была долговатой. Мы приехали где-то уже на Паланке были. На таможне меня в первую очередь предупредили, что объяснили, куда я еду, по какой я программе еду, куда и где, что тоже есть дети, тоже с Украины, и что все будет хорошо, чтобы я не переживал и не нервничал. Немножко стеснительности было. Как бы, ну, чужие люди, чужая страна. Но это было ненадолго. Первый раз, когда он зашел за воротами, сразу я заметила, что ты не уверен в себе, боязнь чуть-чуть была. Потом, через несколько время, мы общались, он звонил маме, я разговаривала с мамой, сказала, что он в хорошие руки, что здесь будет кормить его, что здесь будет тепло, все нормально, уютно, не будет никто обижать. Безопасности. Знаю, что здесь нету, не летают ни какие-то там ракеты, ничего там, взрывов нету. Пока что безопасности, а там спасибо, конечно, что в вашей стране, что приютили. Стать актером. Мне очень нравится много голливудских актеров. Джим Керри, Джеймсон, Стейтем. Мечта даже в Голливуд сам попасть.